Серега, или где вот это тонометр? Дай, доставай. Дай, дай. Да, расскажи, пожалуйста, что произошло. Я шел из дому. Я живу на маме на Сибиряка 37. Пришел на остановку, людей здесь никого нет. Думаю, наверное... Рукой не шевелить. Я не шевелю. Рукой не шевелить. Думаю, наверное, слежи. Транспорт сюда не ходит. Пойду в сторону школы садиться на остановку. Руку опустите. Давай лапку. Опа. Быстро. Только дошел до середины. Ой, домик. Автостоянки. Слышу этот самый взрыв. Я не успел даже среагировать. И попал, видно, осколок в правое бедро. И в руку. И в руку тоже осколок попал в правую. А как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Солдатов Владимир Иванович. Спасибо большое. Ребята, помогите переложить его. Помоги переложить. Давай. Или подержи. Держи. Ножку. Давайте эту ногу помогите, нет. Потому что она... Давайте. Давай. Вот так. И ручку ровненько. Хорошо. Все, умничек. Хорошо. Серега, отваливай. Поехали. Ребят, возьми там Владу еще. Оновская миссия приехала на площадку. Постояли они 5 минут. Только уехали, через 3 минуты начался обстрел. По автобусам, по людям. Я увозил раненых людей до 14-й больницы.